Ни дня без любимого бокса. Так рассказывает про себя великий самарский спортсмен, чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов. Вот и свой 60-летний юбилей заслуженный мастер спорта СССР проводит в боксерском зале стадиона «Локомотив». Здесь проходит городской турнир по боксу на призы от прославленного спортсмена. Впрочем, друзья и коллеги также в долгу не остались, подарили Василию Шишову символический пояс чемпиона. Пока побить его спортивные рекорды никому из самарцев не удалось. Секрет своих побед он раскрыл только сейчас. Тут у меня был эталон мой, это был Евгений Юдин, который у нас на первом чемпионате мира 1974 года стал бронзовым призером. Я был маленький еще тогда. Я всегда смотрел, я его раз увидел, я, знаете, он мне ночами снился даже. А потом, когда я уже превзошел его показателем, я каждый день к нему приезжал на работу, мы сидели с ним часами до вечера, разговаривали. Турнир для профессионалов Василий Шишов проводит уже не первый год. В этом он решил организовать первые соревнования для подростков. Городской департамент спорта поддержал идею и высоко оценил инициативу боксера и мецената. По мнению Дмитрия Чеканова, если упорно тренироваться и выступать на соревнованиях, то и современные самарские спортсмены могут добраться до рекордов Шишова. У нас большое количество потенциальных хороших спортсменов, которые смогут не только показать те же самые результаты, но, скорее всего, и превзойти. Поэтому наш спорт развивается, и учитывая, какое количество мероприятий проводит Федерация бокса, как областная, так и наша самарская, соответственно, все предпосылки к этому есть. Поэтому ребята покажут все, на что они способны. На городской турнир по боксу среди спортсменов от 14 до 17 лет приехали почти 1500 участников. Кроме Самары и губернских городов, за призы Шишова сражаются Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург и Пенза по олимпийской системе. В первые три дня проходили отборочные соревнования. Сегодня полуфиналы. В четверг участников ждут финалы с вручением оригинальных медалей и индивидуальных призов. Мы сами того не ожидали, и получилось таким вот образом, что турнир получился не просто городского округа, как мы предполагали, такой муниципальный уровень, а получился сразу же. То есть, в принципе, есть над чем поработать для того, чтобы, наши турниры были более лучшие и качественные. За Самару на ринг сражаться выйдут больше сотни боксеров. Некоторые из них – чемпионы и призеры первенства области. Впереди боксеров ждет еще один турнир, но уже памяти заслуженных тренеров России. Соревнования тоже пройдут в Самаре. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.